Всем доброго времени суток. Как я говорила в предыдущем видео, я не шутила. На данный момент, на неопределенное количество времени, все мои чистки находятся в ограниченном доступе. Это сделано не просто так. Почему это сделано, я скажу чуть позже. Далее. Да, также здесь вот вы видите такую небольшую выкладку. Я уже записала, уже выпустила расклад. Это ритуал. Вот он, ритуал, пожалуйста. Это ритуал чистка плюс диагностика, да, более глубокая. Тоже, как я обещала, в благодарность тем, кто меня смотрит, кто вообще, да, понимает, ценит, чем я занимаюсь. Также для тех, кто пробуждается. Видео, да, данный ритуал можно получить по личной ссылке, то здесь вам необходимо будет написать мне удобным для вас способом, это либо WhatsApp, да, либо это Telegram, то есть я вам высылаю ссылку. Сразу предупреждаю, скопировать не получится, переслать каким-то друзьям, подругам это тоже не получится, это строго карается, и кто не понимает, тот поймет это позже. Я тоже говорила, что чистка это платная, на данный момент пока, да, доступ к данной чистке, да, это не доступ в канал, стоимость, короче, данного ритуала это 500 рублей. С учетом того, что чистки стоят у мастеров, да, разной категории, то есть это от 30, от 50, от 70 тысяч рублей, с учетом того, что мы будем снимать, да, погостную магию, дочищать, и кто меня смотрит, кто со мной работает и знает мои чистки, ну, ребят, это реально подарок. Опять-таки, почему, в чем срочность? Идет тоже определенная дата, до 8 апреля необходимо успеть. Я тоже как бы не планировала вообще вот это все делать. Почему резко, почему экспромтом? Потому что так надо, потому что сказали, понимаете? Потому что, ребята, время пришло. Карта силы, она у нас всегда, она у нас усиливает. Вот там вот, да, вот такое состояние. Бояться, много обмана, много предательства. Ребят, на данной чистке, да, да, что скажу, как бы по... Что вы получите, да, что мы будем снимать? То есть мы делаем отвязку вот этих всяческих привязок, закопанных вальтов, фотографий, ДНК, вещей. Вообще все, что связано с кладбищем, это раз. Мы снимаем мороки, это два. Мы снимаем любовную магию, это три. Причем, да, тоже разные моменты, кто-то кого-то, вот, ну, вот реально бывшие, да, такие дурачки есть, дурачки и дурочки, и именно любовный приворот ресурсов, потому что люди меня смотрят, знающие, пробужденные люди, которые имеют... Ну, ресурс, потенциалы понимают. Вот. Поэтому, опять-таки, да, не для всех. Здесь тоже халявы нет, и больше ее не будет. Дальше время, вообще время, да, вообще время, в принципе, меняется, и оно сейчас изменится очень сильно. Все равно вы к этому придете. Поэтому шанс вам до сих пор дается. Да, здесь вот именно, ребята, чистите ментал и голову. Так, и вот оно, солнце возмездие. Ну, вот именно вот как бы такая диагностика, она у меня получилась в итоге чистки. Поэтому, да, также на данной чистке уже такая более, да, вот я сказала, более глубокая диагностика. То есть именно такая именно информация, которая, ну, не для всех, да, и не для широкого доступа. Здесь опять-таки, да, что еще снимется? Замки. Замки – это хуже закрытия. Вот, видите, вот у нас поддонная карта погост, замки. То есть это когда вот не то чтобы, да, закрыть, а это вот просто блок по всем фронтам. Причем это все сделано через ритуалы, через магию, через там, да, блядь, прожжение свечей на кладбище и так далее, и тому прочее. Делали это люди ведущие, да, ну, ведущие, ведущие это, понимаете. Поэтому, ребят, все, очень много что хочется сказать, но времени мало, дел много, поэтому кому нужно, тому нужно. Телефон мой, да, вот, вот, да, рабочий, в ссылке профиля, пишите, да, я тоже, мне там не нужно никакой от вас, да, там лишней информации, присылайте мне скрин об оплате, я высылаю вам доступ, вы смотрите. Все. Все инструкции, вся информация тоже там будет указана в видео.